Гера, дай ля. Зачем ты его бьешь? Ну, Гера. Так, подожди, сейчас секунду. Значит, как вы все знаете, уже знаете, что Галя у нас родилась, да. Не все видели Галю в роли снежинки. Нет, извините, не так. Галя у нас была в роли курицы. А тут ты сказала, что Галя у нас родилась. На руках. Вот на этих. Галя у нас была в роли курицы. Она была такая вся в белых перьях. И в какой-то момент он сказал, вы знаете, вообще-то я собиралась быть снежинкой. Так что, в общем, Галя у нас курица-снежинка. Итак. Предложили быть снежинкой, получилась курица. А, песню «Снежинка» из фильма «День выборов». Да, все помнят. Над костром... Над костром пролетаешь, не тая, как снежинка или как вертолет. Ты снимай нас, пожалуйста, Галя, пусть бесследно ничто не пройдет. Может, свалится кто-то со стула, муха писает, варится чай. Маша. Вот на спальнике Оля заснула. Ты на камеру это снимай. Ты носись, словно курица-птица, между зрителей или певцов. Может, что-то и не получится. Не собрать ни слогов, ни концов. Танцуют все. Пусть кому-то покажется лишним. Пусть обрывочно и не впопад. Ты не слушаешь, Галя, ты пишешь. Пусть потомки бабла благодарят. Мы посмотрим потом через годы. И умиленно пустим слезу. Помнишь, была непогода. Обещали в июне грозу. Это ж помнишь рождение Гали. Вот Конкаев, вот Гера, а вот именинница там пролетает, как совсем небольшой вертолет.